Секрет, секрет, так, строение, потери. Так, а какие тут очерки, интересно. Во время атаки Одина вражеские казармы, завод и космопорт. На сложности бояться. Помните задание «Звезда экрана» на уровне сложности ветерана не менее чем за 20. А у меня что? Где тут время? Время. А, вот, 52. А, это по-нормальному. Так, что там за ролик будет сейчас? Шокирующие новости. Настоящий шквал антиимперских настроений. Сегодня император провел пресс-конференцию. Император, что вы можете ответить на обвинение в геноциде? В использовании других рас? Эти клеветнические нападки на трон безосновательны и безответственны. Сэр, вы продолжаете утверждать, что в основе вашего правления самоотверженная преданность народу? Ну, конечно. Мое призвание — служение человечеству. Личная власть никогда не была моей целью. Тогда как вы можете охарактеризовать это заявление? Меня никто не остановит. Ни вы, ни конфедераты, ни протосы. Никто. Я буду править этим сектором или сожгу его дотла. Я этого не потерплю. Шакалы, вы пришли сюда и смеете меня допрашивать? Интервью окончено. Рад, что его приперли к стенке. Хотя Доминион представит все в нужном ему свете, как обычно. Не в этот раз. Менгс годами пользовался СМИ как оружием, а теперь мы обратили это оружие против него. Одна передача оказалась эффективнее сотни вылазок. Наверное, ты прав. Ради этого мы и затеяли революцию. До победы еще далеко. Но, быть может, сегодня мы сделали первый шаг. Завоюем умы и сердца, как вы всегда и говорили. Знаешь, Мэтт, когда-нибудь ты сам будешь командовать этой горсткой изгоев. Ну уж нет. Для этого у меня есть вы, сэр. Так, что ж там за миссия будет? Надо посмотреть сейчас. Тайкуса нету что-то. С вами Кейт Локвелл в прямом эфире с Кархала. В городе вспыхнул мятеж. Местные жители поджигают государственные здания, выражая шок и негодование по поводу открывшейся им правды. Донни, расскажите, что происходит у вас. Я потерял на Тарсонисе брата. У меня там был брат. Понятно. Император Менгск уже прокомментировал передачу Рейнера. К сожалению, спутники UNN в тот момент были отключены. Вот фрагмент сообщения императора. Это подлог. Враги Доминиона всегда пытались очернить меня в глазах общественности. Я не имею никакого отношения к этой ужасной, неправдоподобной. На этих словах император заглушил рев толпы. После этого Менгск уединился во дворце и отказывается общаться с кем бы то ни было. Существует мнение, что император Менгск был разоблачен. Так, исследования были какие-то, нет? Я что-то не помню. Не знаю. Так, исследований не было никаких. Значит, арсенал. Что добавилось-то? Вроде ничего. Я говорил, что мои малыши переплюнут твоего Одина. Ты молодец. Мы еще всем дадим прикурить.
Надо только доработать ходовую часть. И еще думаю поставить на него пару особых наворотов. Сразу скажу, влетит в копеечку. Такие махины обходятся недешево. Но оно того стоит, можешь мне поверить. Порадовал. Я подумаю и скажу, что мы можем себе позволить. Ну, позырим. Доминион. А, вот он, Тор в Доминионе. Вот хоть у нас крейсер, медивак прокачанный. Хотя нахрена. Не, ну здравая тема, все равно высадка хорошая. Тут что-то ничего не охота качать, всю эту мелочь. Пехота и так зашибись. Этих головорез. Этих я что-то не хочу. Замедляющие единицы. Запас здоровья. Ну и на базе ничего нового нету. 180 тысяч. Баблишка-то маловато. Надо позырить, какое задание будет. А тут есть побазарить. В секретных документах, которые мы нашли на Кархале, не оказалось никакой важной информации. Нам удалось узнать только то, что на орбитальной платформе Кастанара функционирует лаборатория по производству биологического оружия. Да, но это особый случай. Судя по записям, всех, кто там работал, собирались нейтрализовать. Это вряд ли означает взятие подписки о неразглашении. Но зачем Менгску смерть целой группы ученых? Я не знаю. Похоже, нам стоит разведать ситуацию. Это уж точно. Не подумываешь о том, чтобы оставить нашу роскошную жизнь и начать телевизионную карьеру? Ха-ха. Обыватели пока не готовы к неудержимому потоку сексуальности, который я обрушу на них с экрана. Думаю, мое место в жизни здесь, рядом с тобой, старик. До конца. Я этому рад, Тайкус. Ты сегодня здорово отличился. Так, секретное задание. Секрет. Кастанар расположен на окраине Доминиона и не пригоден даже для добычи ресурсов. Планета известна только благодаря складу бериллия, расположенному на одном из ее спутников. Еще здесь. Ух ты. Найденные нами на Кархале документы спецслужб содержат информацию о сверхсекретной лаборатории по разработке биологического оружия, расположенные на Кастанаре. Если Доминион готовит нам очередной сюрприз, хотелось бы знать подробности заранее. Ну это лютая тема, надо проходить. И баблишко, и исследования дают. Так что там интересного в этой суперсекретной лаборатории? По документам, на астероиде расположен склад бериллия. Но это, скорее всего, прикрытие для биолаборатории Доминиона. Хорошо, если так. А может, мы как идиоты прилетели сюда ради нескольких тонн бериллия? В документах не упоминается, что на самом деле стряпают в этой лаборатории? Нет, сэр. Но в них есть коды системы безопасности, так что мы сможем взломать ее. Это радует. Что ж, раз уж мы сюда прилетели, то почему бы не посмотреть, что там за склад? Сердце тьмы. Интересно, сложно или нет? Медики будут жить дольше и действовать более эффективно, если вы будете держать их позади других боевых единиц, само собой. Сэр, некоторые помещения экранированы. Мы не можем их просканировать, сигнал расщепляется. Будьте осторожнее. Осторожность – мое второе имя. А я думал, Юджин. Молчал бы лучше, Мэтт. Так, парни, полная готовность. Тут даже Реймер, здоровье 500, морпехи слабенькие. Что дальше? Вызывали. Не молчи.
убеди меня. Надо же, дверь заперта. Правда, против взрывчатки все равно не выстоит. Можно попробовать. Я не подведу. Можно попробовать. Я не подведу. Рейдеры вперед. За мной. Можно попробовать. Рейдеры вперед. Я не подведу. За мной. Я не подведу. Так, тут вроде ничего нету. Рейдеры вперед. Можно попробовать. За мной. Хватит прохлаждаться. Можно попробовать. Вход на территорию склада строго. Рейнар, стоять! Ты арестован! Ошибаешься, уважаемый. Так, и что у нас здесь? Я не подведу. Убеди меня. Найти реликвии протосов. Камера наблюдения и что? За мной. Поджаривай всех чужих. Смотри-ка, нас уже встречают с цветами. Адъютант, активируй-ка эти турели. Устроим сюрприз. Подключение к системе. Расшифровка кодов безопасности. Контроль над системой установлен. Половина турелей наша. Все легче для нас. Выберите только одно. Активирует турели слева, активирует справа. Давай справа. Какого? Неплохо. Не молчи. Рейдеры вперед. Можно попробовать. Я не подведу. За мной. Рейдеры вперед. Деревья. Можно попробовать. За мной. Я не подведу. Ученый. Можно попробовать. Боже, нет! Не убивайте меня! Так. За мной. Эти твари чем-то отличаются от зергов. Я никогда таких не видел. Мэтт, проанализируй их биосигналы. Минуту. Они очень слабые. Погодите. Сигналы соответствуют ДНК и протосов, и зергов. Неужели их как-то скрестили? Не знаю. Но мне весьма интересно, что они делают в лаборатории Доминиона. Рейнар в первом лабораторном. Тут мы его и накроем. Чудненько! Выпускай зергов! Зерги. Они лезут из этой клетки. Стреляйте по ней. Нужно перекрыть им выход. Реликвии-то какие-нибудь. Можно попробовать. Рейдеры вперед. Пока не видать ничего.
Можно попробовать. За мной. Я не подведу. Чё, куда идти-то? Можно попробовать. Я не подведу. А, вот. Рейдеры вперед. За мной. Я не подведу. За мной. Так, ну получается еще здесь можно. Я не подведу. А что это даст, интересно? Рейдеры вперед. Можно попробовать. Просто назад, откуда пришли. Ну ладно. За мной. Я не подведу. Можно попробовать. За мной. Выбрались такие. 6 гранат. 100 единиц урона. Неплохая тема. Союзники не получат урона. Это вообще люто. За мной. Рейдеры вперед. Можно попробовать. Я не подведу. Рейдеры вперед. За мной. Рейдеры вперед. Я не подведу. Так, наши-то живые. Живые. Рейдеры вперед. Можно попробовать. Задержите их! Не пускайте в лабораторию! Я не подведу. Высылайте подмогу! Рейдеры вперед. За мной. Можно попробовать. Так, компьютерный терминал. Сначала к терминалу подойду. Я не подведу. Не молчи. Так, Рейнер должен выжить и исследовать лабораторию. Реликвии Протус. Круто. Похоже, через этот терминал можно устроить доминионцам пару сюрпризов. 15 зилотов. 4 ультралиска. Ультралиск остался, но его добить, да и все. Не молчи, можно попробовать. Рейдеры вперед. Похоже, одно и то же существо клонировали, подвергали мутации и снова клонировали. Мэтт, есть еще данные по этим тварям? Стэтман провел несколько тестов, сэр. Он говорит, что молекулярная цепочка ДНК подвергалась искусственному расщеплению. Кто бы этим ни занимался, он делал это намеренно. Мэтт, нужно взорвать всю эту лавочку к чертовой матери. Иначе добром это не кончится. Что ж... Рядом с вами находится источник сильного излучения. Вероятно, где-то в лаборатории находится мощный ядерный реактор. Прекрасно. Найдем реактор, взорвем его и сделаем ноги. Опишите характер недомогания. Полагаю, дело... Что дальше?
Можно попробовать. Так, реактор где-то за мной. Нам еще туда идти. Хватит прохлаждаться. Где тут раненые? Приказы будут? Кому навешать? Убеди меня. Так, восстанавливающий заряд, что это? Ну и? Я не подведу. Рейдеры, вперед! Не молчи. За мной. Я не подведу. Что-то есть. Доминион. Можно попробовать. Рейдеры вперед. Я не подведу. Можно попробовать. За мной. Так, куда я пришел вообще? Можно попробовать. Рейдеры вперед. За мной. Я не подведу. Рейдеры вперед. Ух ты. За мной. Там. Я не подведу. Можно попробовать. У нас тут проблемка. Этот грузовой отсек довольно просторный. Там вполне может быть тяжелая техника. Вперед. Они тестировали оружие на этих образцах. Что за хрень тут творится? За мной. Хватит прохлаждаться. Так-так. Осадные танки, викинги. А это еще что за зверь? Боевой робот. Вот оно как. Похоже, я могу выбрать вооружение и активировать его с помощью этой консоли. Ну-ка. Снаряды. Этот робот долго не протянет. Вперед! Все, что мог. Хватит прохлаждаться. Можно попробовать. Я не подведу. Рейдеры вперед. За мной. Зараза, сдох один, сука. Я не подведу. Рейдеры вперед. Так, я не ладно. Подведу. Надо вернуться. Рейдеры вперед. Чё-то я там пропустил. Можно попробовать. Убеди меня. За мной. Я не подведу. Рейдеры вперед. Можно попробовать. Так, нет, отсюда. За мной. Пришел. А, вот, вот сюда. Рейдеры вперед. Можно попробовать. Я не подведу. Можно попробовать. Я не подведу. Интересно.
Рейдеры вперед. Плазма. За мной. Я не подведу. За мной. Можно попробовать. Рейдеры вперед. Можно попробовать. Рейдеры вперед. Я не подведу. За мной. Так, ученые. Рейдеры вперед. За мной. Где реликвия это еще? Я не подведу. Можно попробовать. Рейдеры вперед. Можно попробовать. Можно попробовать. Рейдеры вперед. Так. Тут ничего нет, а вот еще дверь. Надо сначала сюда заглянуть будет. Что дальше? Мэтт, как слышно меня? Мне бы не помешало подкрепление. Тут за стенкой что-то большое и явно недружелюбное. Понял вас, сэр. Но у меня есть только один челнок. Кого к вам отправить? Три морпеха, три медика, конечно. Огнеметчики нахрена, мародеры. Хрен узнает. Вот это. Есть, сэр. Подкрепление уже в пути. Медики-то всегда хорошо. Кому навешать? Хватит прохлаждаться. Я не подведу. Так, тут никуда нельзя пройти. Ну и? За мной. Я не подведу. За мной. Рейдеры вперед. Можно попробовать. Рейдеры вперед. А это что? Я не подведу. Кто это? Что это за херня? Ну ладно. Рейдеры вперед. Я не подведу. За мной. Вооружен и опасен. Не молчи. Можно попробовать. Рейдеры вперед. Можно попробовать. Так, тут стопудово что-то есть. Ну что? За мной. Я не подведу. За мной. Можно попробовать. За мной. Можно попробовать. За мной. Убить бруталистка исследования. И вот это бруталистка. Рейдеры вперед. За мной. Я не подведу. Можно попробовать. Рейдеры вперед. Можно попробовать. Я не подведу. Рейдеры вперед. За мной. Я не подведу. Рейдеры вперед. Убеди меня. Бруталиск, значит. Доминион далеко зашел в своих исследованиях. Какой все-таки мощный гад. Может быть, сейчас не лучшее время для драки с гигантскими зергами,
Но Стэтману нужны образцы тканей для завершения исследований. Решение за вами. Не молчи. За мной. Осталось еще три морпеха и куча медиков. За мной. Еще нормально. Я не подведу. Можно попробовать. Рейдеры вперед. За мной. Я не подведу. Можно попробовать. Рейдеры вперед. Можно попробовать. Я не подведу. Рейдеры. Сэр, вы совсем близко к источнику излучения. Реактор где-то недалеко. За мной. Я не подведу. Рейдеры вперед. За мной. Реактор. За мной. Все. Энергетический барьер слабеет. Гибрид Протоса и Зерга просыпается. Тревога! Тревога! Энергетический барьер поврежден. Наконец! Господи боже, глазам не верю. Гибрид, пора сматывать удочки. Так, все на выход! Сэр, будьте осторожны. Сигналы искажены, но я вижу, что эта тварь крушит все на своем пути. Кто знает, на кого вы наткнетесь. Только этого нам и не хватало. Спасибо за новости, Мэтт. Рейдеры, держимся вместе. Вперед! За мной. Рейдеры, вперед. Я не подведу. Можно попробовать. Я не подведу. За мной. Можно попробовать. Рейдеры вперед. Я не подведу. Можно попробовать. Так то же самое, рейдеры только обратно вперед. Идти. Можно попробовать. Я не подведу. Рейдеры вперед. За мной. Можно попробовать. Я не подведу. За мной. За мной. Рейдеры вперед. Я не подведу. Генератор временного разлома? Похоже на инопланетную технологию. Менгск играет с огнем. Рейдеры вперед. За мной. Я не подведу. Не задерживаемся. Взрывайте завалы. Можно попробовать. За мной. Рейдеры вперед. Можно попробовать. За мной.
Я не подведу. Рейдеры вперед. Можно попробовать. За мной. Можно попробовать. Ух ты. Сэр, по моим данным, гибрид практически неуязвим. Не пытайтесь убить его. Уходите оттуда. Этот завал его надолго не задержит. Идем дальше. Живо, живо! Гибрид снова движется. Попробуйте. Рейдеры вперед. За мной. Можно попробовать. Я не подведу. Рейдеры вперед. Я не подведу. Можно попробовать. Еще один боевой робот. Адъютант, направь его на гибрида. Нужно выиграть время. Вперед! За мной. Можно попробовать. За мной. Рейдеры вперед. За мной. Рейдеры вперед. Я не подведу. Хватит прохлаждаться. Можно попробовать. Черт, его ненадолго хватило. Не подведу. Можно попробовать. Рейдеры вперед. За мной. Я не подведу. Можно попробовать. Не молчи. За мной. Рейдеры вперед. Убеди меня. Я не подведу. За мной. Рейдеры вперед. Попробовать. Я не подведу. Рейдеры вперед. Можно попробовать. За мной. Стены рушатся. Можно попробовать. Рейдеры вперед. Можно попробовать. Я не подведу. Рейдеры вперед. За мной. Я не подведу. За мной. Можно попробовать. Убейте меня. Я не подведу. Рейдеры вперед. Можно попробовать. За мной. Я не подведу. За мной. Рейдеры вперед! За мной! Рейдеры вперед! Я не подведу. Можно попробовать. Рейдеры вперед! За мной! Рейдеры вперед! За мной! Можно попробовать. Я не подведу. Я не подведу. Перевалить точно можно по полной. За мной. Я не подведу. Можно попробовать. Рейдеры вперед. Можно попробовать. Рейдеры вперед. Можно попробовать. За мной. Сэр, гибрид пропал со сканеров. Похоже, он просто исчез. Что значит исчез? Я не подведу. Рейдеры вперед. За мной. Черт!
проводит. Рейдеры вперед! Я не подведу. Рейдеры вперед! За мной! Эвакуация! Все на корабль! Корабль? Кажется, мы нашли выход отсюда. Попробовать. Твою... Я не подведу. Можно попробовать. За мной. Барбос. Клевое задание. Все, пора сматываться. Взлетаем. Мэтт, как слышно меня? Доминион любезно предоставил нам одну из своих посудин. Смотри, не подбей нас. Сердце тьмы. Собрано оружие 13 из 13, бруталиск убит, очки зерга, очки профессора, все заебись. Прям супер. Ну-ка, демон. На уровне сложности боец, не понеся потерь в битве с бруталиском. Но это вроде не сложно. Заслуженный оружейник. 13 единиц на сложности ветеран. То же самое, только на сложности ветеран. Четко. Баблишко подняли прям. Эта тварь была похожа на ту, с которой дрался Зератул. Что за чертовщина? Менгск. Опять Менгск. Кто же еще мог допрыгаться до конца света, кроме этого ублюдка? Но как он скрестил зергов и протосов? Для этого нужны технологии, которые тиранам и не снились. Он не мог работать над этим в одиночку. Это Мёбиусы эти работали, по-любому. Даже не рассказывай мне, что ты там нашел. Не видишь, я кушаю. С вами Кейт Локвилл на канале UNN. Донни Вермиллион все еще находится в отпуске по состоянию здоровья. Поправляйтесь скорее, Донни. Далее в программе. 10 стадий коррумпированности правительства Доминиона. Как далеко зашел процесс? Но сегодня мне бы хотелось вернуться к теме Тарсониса, а точнее к дню его гибели. В тот день волна зергов пронеслась по планете, оставляя за собой опустошенные города и тысячи мертвых тел. Давайте послушаем эту запись еще раз. Я буду править этим сектором и... Постой! Подождите! Сюда нельзя входить! Выпуск новостей отменен. По приказу службы безопасности Доминиона. Наконец-то мы тебя прижали, Арктур. Теперь твоя очередь узнать, каково это, когда все СМИ поливают тебя грязью. Так, тут у нас баблишко. 40 тонн и 30 тонн. Отлично. Теперь арсенал. Что ты там намутил в лаборатории, ковбой? Менгск решил поиграть в бога, на этот раз по-настоящему. Его ученые создали этого монстра и еще кучу подобных. Кто знает, сколько у него таких лабораторий. Вот мало ему было зергов. Своих решил разводить. Триста семьдесят пять тонн. Надо как-то потратить грамотно. Тора можно восстановить. Интересно. Техника. Так. Короче, кроме танков пока ничего не улучшаю. Пехота и так нормально. Вот мародера я даже не знаю, надо, не надо. Тяжелая пехота типа. База. Они не быстрые. Улучшать турельку. 50. 130. Останется 245.
там 115 и 140. Ну тогда на эту не хватит. Ну шторы улучшить. А на остальной хер положить. Давай сделаем Тора, наверное. Крейсер улучшим. Миража здесь нет, а нет, есть. Энергия увеличивается, ничего себе. Сделаем Тора, короче, перед ним. Один, короче, тема. Бессмертие, типа починить его можно. Тысяч. Ну тут ничего не прокачаешь особо, если энергию миражей улучшить. Техника тут ничего особо и не охота. 10 и 80. Давай будет энергия миражей, мне нравится этот корабль. 25 тонн остается. Мостик. Так, ну и что там? Все, осталась последняя планета. Суровая вулканическая планета Чар служит опорным пунктом Роя в секторе Капрулу. Ее поверхность покрыта пеплом и многочисленными ульями, а недра испещрены подземными тоннелями и повсюду кишат зерги. Командир, все готово к последней операции. Наступлению на главный улей зергов на Чаре. Когда операция начнется, отступать будет поздно. Проверьте готовность солдат, командир. Близится решающая битва. Ну погнали. Чар, если бы ад существовал, он был бы здесь. Океаны огня, тектонические штормы и атмосфера, сжигающая человека заживо. Но мы все предусмотрели. Поведение зергов нельзя предусмотреть, генерал. Они не впишутся в ваш стройный план. Я возглавлял 5 операций против Роя. Мы держали фронт, пока ты и твои дружки-террористы отсиживались в укромном уголке. Нам всем известно о ваших победах, генерал. Я пригласил командира Рейнера помочь нам с непредвиденными обстоятельствами. Похоже, ты уже все распланировал, малыш. Я слишком много вложил в это дело, чтобы рисковать. Кстати, следующий этап вам особенно понравится. Валерия, мне только что сообщили, что ты взял половину флота. Не изволишь объясниться? Отец, я совершу то, что тебе так и не удалось. Сегодня я держу верх над королевой клинков и установлю мир во всем Доминионе. Тогда люди увидят, что я твой достойный преемник. Ты очень смышленный, сынок, но не прыгай выше головы. С чего ты взял, что у тебя хватит опыта? Он не один, Арктур. Рейнер. Не знаю, на какой помойке сын тебя раскопал, но думаю, даже тебе ясно, что эту двуличную тварь уже не спасти, как и тебя. Это мы еще посмотрим. А когда все закончится, нам с тобой будет о чем побеседовать.
большем я и не мечтал. Ты ведешь опасную игру, сынок. Принц Валериан, приближается волна зергов. Как уже? Всем покинуть мостик! Мне предстоит битва! Увидимся внизу, парни. Так, что ж там за миссия? Потеряна связь с отрядами! Браво, Дельта и Эхо! Браво! Они заходят! Потеряла связь со всеми отрядами! Командир! Нужно прикрытие! Зерги! Зерги атакуют! Мы горим! Повторяю, отказали двигатели! Лезут из-под земли! Кем-то слышит меня! Нужна огневая поддержка! Немедленно! Черт! Говорил я им, что идти напролом бесполезно. Она просто играет с нами, как кошка с мышкой. Зато мы еще живы. Правда, отряды, которым удалось высадиться на поверхность планеты, разбросаны далеко друг от друга. Думаете, смерть худшее, что может случиться с вами? Скоро вы все станете частью Роя. И будете служить мне. Мозги запудрить пытается. Не поддавайся, старик. Если мы хотим выполнить задачу, то надо собрать как можно больше выживших. Командир, отряды Доминиона продолжают высадку, но все они сильно потрепаны и сразу попадают в окружение. Хорошо. Идем спасать их поджаренные задницы. Нужно сколотить отряд, способный к сопротивлению. Иначе Керриган нас в порошок сотрет. Врата ада. Наверное, по порядку идут. Ну, конечно. Что происходит? Что стряслось? Командир. Тактический анализ показывает, что зерги значительно превосходят численностью ваш отряд. Мэтт, докладывай мне обо всех десантных капсулах, которые прибывают на Чар. Если мы доберемся до них быстрее зергов и спасем солдат, то у нас будет шанс прорваться. Так, ну тут я приостановлюсь. Потом уже доиграю.